На складах воинских частях, нападение на отделение милиции, на кабинеты ДОСААФ, за огромном, в особо крупном количестве хищения оружия и убийства, которых я перечислил, привлечено к уголовной ответственности всего 4 человека. Это кощунственно, это невозможно об этом говорить. Это позор для правоохранительной системы вообще страны и Армении в том числе.